Всем привет! Хочу рассказать такую историю. Сегодня мы гуляли с Глебом на улице. Я его катала на велосипеде. И тут по дороге побежала кошка. Я говорю: Глеб, смотри, кошка, пальцем показала. Он, во-первых, он обратил внимание, то, что я пальцем, куда я показала, он туда посмотрел и увидел эту кошку, заулыбался: давай быстрее вылазить из велосипеда. И кошка, конечно же, услышала нас: давай быстрее убегать от нас. Глеб за ней, потом загнал ее за забор, за соседский, и стоял потом долго, смотрел, улыбался. Я ему объясняла, что вот кошка мяу-мяу. До этого мы разглядывали с ним на картинках кошек, и тут он вот прям вживую увидел, так обрадовался вообще. Было так весело, интересно наблюдать за ним. И потом у нас еще такие новости. Вот буквально неделю назад я обратила внимание Давида на то, что у нас какой-то небольшой сбой произошел. Глеб стал опять избирателен в еде. Ну, и я как бы сказала об этом Давиду. И буквально в этот же день после сеанса Глеб у меня съел котлету, съел тушеную капусту, в общем. И после этого он вообще замечательно, опять же, ложкой, он все продукты кушает. Ну, буквально, ну, все, что я готовлю, он все это ест. Потом, что интересное было, буквально дня три назад мы были у бабушки, он как никогда подбежал к ней, обнял, я сказала ему: обними бабушку, он обнял ее, потом начал с ней играть, как будто бы подходит к ней, и потом, не доходя где-то два шага, разворачивается и бежит ко мне. То есть бабушку таким образом как бы дразнил, что вот он как будто бы к ней идет, а сам раз и убегал. Тоже такую интересную игру такую придумал. Потом, что еще интересно, много что повторять начал. Вот мы наливаем с бутылки, допустим, напиток, он тут же берет бутылку и тоже показывает, что он тоже наливает. Потом он часто стал подносить мне, допустим, если он хочет хлеб, он берет ножик, подает мне ножик и хлеб, чтобы я ему показывала, чтобы я отрезала, либо сам стоит и ножом вот так вот хлеб, ну, будто бы режет. В общем, вот такие интересные.